конце декабря сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск Главного управления МЧС по Московской области провели масштабные практические учения по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. Сейчас в преддверии новогодних праздников проходят детские новогодние елки во дворцах культуры, корпоративы. Люди массово идут в торговые центры, закупаются к новогоднему столу, ищут подарки для родных и близких. Везде зажигается праздничная иллюминация, а несмотря на всю красоту, это фактор риска. И вот тогда, когда хочется праздника, может произойти чрезвычайное происшествие. От этого никто не застрахован. Именно поэтому важно, чтобы и простые жители, и сотрудники торговых центров, образовательных учреждений, культурных объектов, спортивных знали, как правильно действовать в случае возникновения пожара. Сотрудники отдела надзорной деятельности в первую очередь проверяют действия работников организации при эвакуации людей. Каким образом они организуют безопасную эвакуацию, какие действия принимают для установления факта пожара, каким образом встречают подразделения пожарной охраны. Все это очень важно. Обо всех ошибках подробно рассказывают и корректируют действия. Но самое во всем этом обескураживающее – это действия посетителей. Как отмечают сотрудники ОНД, в торговых центрах покупатели игнорируют сигналы пожарной сигнализации, а здание часто покидает только после уговоров продавцов и охраны. Всегда хочется верить в лучшее, особенно в преддверии новогодних праздников, но готовыми надо быть ко всему. К сожалению, это не раз человеческими трагедиями доказывала жизнь. Денис Нитков, новости из Кровакта.